Всем привет, это Дмитрий Гудков. В Государственную Думу поступили поправки ко второму чтению законопроекта о реновации. Мэр столичный замутил новенький указ. Депутаты решили вернуть москвичам право судебной защиты. Сроки выселения увеличиваются с 60 до 90 дней. Район проживания становится просто районом, а также депутаты решили вернуть право на денежную компенсацию. В общем, стало немного лучше, но не слишком. Объясню почему. Первое. Право собственности. Как это было с точки зрения Собянина бумажками, так и осталось. Выселение будет принудительным, только не в течение 60 дней, как предлагалось в первом чтении, а в течение 90 дней. Второе. Право на судебную защиту. Гражданам действительно возвращают право на судебную защиту, только на все это дается 90 дней. А дальше это уже ваши проблемы. Если вы когда-то судились, вы прекрасно понимаете, что судебные разбирательства длятся годами. На этом судебное заседание объявляется окончено. Третье. У граждан не будет выбора из нескольких вариантов жилья. У граждан будет право на получение денежной компенсации, но это вопрос спорный. Потому что если сейчас государство обязано договориться с собственником о размере денежной компенсации, то после принятия закона государство будет определять цену в одностороннем порядке. И уже сейчас, по данным Росреестра, земля под приговоренными домами стремительно обесценивается. Посчитаем. Четвертое. В соответствии с поправками, решения о сносе жилья и о выселении будут теперь приниматься на основании голосования собственников жилья. Причем голосование будет происходить по жульнической схеме. Если вы не участвовали в этом голосовании, то вас автоматически запишут в число сторонников сноса жилья. Опа! Кстати говоря, мой адвокат Алиса Образцова уже оспаривает положение этого закона в суде. Если власть не слышит москвичей, то значит москвичи сами должны стать властью. В сентябре пройдут выборы в муниципальные собрания в 125 районах Москвы. Поэтому я вас призываю, идите в депутаты, становитесь кандидатами. Или поддерживайте независимых кандидатов, или поддерживайте их деньгами. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте gudkov.ru. Уверен, у вас все получится.